Вы знаете, у нас, конечно, есть внешняя угроза. Есть и внутренняя, это достаточно очевидно. Внешняя угроза – это гибридная война англосферы против России. Внутренняя угроза – то, что у нас экономическая и социальная жизнь недостаточно развита. Но внутренняя угроза с внешней очень сильно связана. Ведь 25 лет наша стратегия была такая, что мы делаем модернизацию нашей страны за счет технологий и инвестиций, которые придут с Западом. Запад начал против нас гибридную войну, поставил жесткий блок. Теперь мы должны для модернизации откуда-то из другого места взять технологии. Откуда инвестиции? Откуда? В Китае есть инвестиции, но нет технологий. Поэтому мы эти технологии должны взять из единственного места, где есть они еще, из науки. Поэтому нам в ответ на санкции главное, что мы должны сделать, в 10 раз поднять финансирование наших научных исследований и разработок.